Привет всем! Сейчас я расскажу, как сделать вот такую вот хлопушку. Вот у меня есть две. Хлопушку из бумаги. Какая будет работать примерно вот так. И вот, собственно, сам процесс. Берем листок, двойной листок с тетради. Лучше, чтобы это большой или любой прямоугольный листок. Чем больше хлопушка, тем громче, ну, естественно, она будет. Но листка с тетради двойного хватит вполне. Сгибаем его. Вот так вот делаем продольный перегиб. Проводим линию. Разворачиваем. Согнули. Разворачиваем обратно. Вот эти вот края сгибаем. Вот так вот. По этой линии ровно, то есть, да, чтобы они потом были параллельны. Раз край, два края. Ту же самую операцию делаем с другой стороны. Согнули. Вот что мы имеем. Теперь сворачиваем пополам. Вот так вот, чтобы получилась такая вот фигура. Теперь берем, сворачиваем вот так. Вот что у нас есть. Вот так вам лицо, вот что есть. Теперь вот этот край, нужно его распрямить. Засовываем туда палец и вот так вот распрямляем. Чтобы эти два края соприкасались ровно друг с другом. Переворачиваем. То же самое делаем с этой стороны. Подровняли, да? Вот что у нас есть. Теперь, как мы сделали такую вот фигуру, сворачиваем ее пополам. Опять подровняли. Да? И вот наша хлопушка готова. Теперь берем ее за вот этот край. За вот этот вот. И вот таким движением, как я показывал, бахаем. Бывает выстреливает одна часть, но пару раз бахните, и все будет нормально. Все, собственно, хлопушка наша готова. Можем бахать.